Ты ждешь, и я жду. Ты ждешь, и я жду. Дом, вокзал, вокзал Барвиха. Зимнее обновление. Погнали посмотрим. Совсем скоро должно уже выйти. Ну а в этом видео обзорчик. Battle Pass, блин. И вот он, красава, блин, на 60-м левеле. Красивый снежок. Я пока показываю тебе обнову на тестовом серваке. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, и мы продолжаем выживать на Барвиха РП. Ты уже заждался, и я уже заждался. Блинчики, когда уже выйдет Battle Pass новогодний? Хочу себе эту фуру. Но пока ты ждешь, прокачивай дальнобойщика. Ведь дальнобойщик теперь станет просто фантастическим. С финальной наградой новогоднего Battle Pass. Вообще огонь. В общем, эта фура быстрее грузится, она больше возит. Она непробиваемая, неубиваемая, и у нее бесконечный бензин. А что еще у нас будет? Конечно, новогодние игрища. Спуск с горы, снежки, сбор новогодних подарков, ёлпалы, кодовое слово в банке. В общем, это жесть, очень много изменений. Но прежде, конечно, розыгрыш. Все, что тебе надо для участия, это быть подписанным на канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий, в котором ты укажешь свой игровой никнейм и сервер, на котором ты играешь. Рандом выбирает тебя, понедельник бабло падает на счет. Ну а теперь самое вкусное. Давай рассмотрим этот Battle Pass. Да, напоминаю тебе, 149 рублей и ты изи пройдешь Battle Pass. В кайф, спокойно будешь играть. А еще, прям на 20-м левеле, мага уже здесь. Ха-ха-ха, блин. Это фантастика, очень прикольный скин. Что у нас за награды, что у нас за рулетки? Новая рулетка, кейс улица, ну собственно обвесик, да? Автомобиль был окрашен в серебристый цвет. Этот красавчик, фура. Вначале самое-самое уникальное смотрим. Еще один кейс улица. Очень много бабла, очень много всего. Скинчик вот такой, новогодний рюкзак. И это что? Кепка USA. На 59-м 100% кейс. И он! Western Star 57, много нулей. Ёп, вообще грязь. Давай сразу эти скинчики оценим. Так. Ёлы-палы. Капец. Он. Я за тебя, мужчина, всех ряком поставлю. Ха-ха-ха, блин. Капец, да. Шикарный скинчик. И он у нас, короче, по совпадению, да, у него костюмчик пацанский. Прям под фуру нашу будет. Оптимус Прайм не иначе. Сразу кепочку нарядим. Ну как-то не очень, да, в этой кепочке? Эй, давай, 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 давай. Такой кейсик у нас уже был, да? 100%-ный. Или баллон, или броник, да? Ну, больше дают баллоны, потому что они отстойнее, типа того. Так, рюкзачок новогодние дели. Хо-хо-хо! Ёл-палы! И улица! Пак слова пацана, аксессуар пингвин. Открыть немедленно! Значит, там 4 скинчика, да? Ну, в основном пингвины беспонтово будут давать. Хотя, слушай, он достаточно забавный, да, этот пингвин? Да вы чё, ну вот 2 пингвина мне не нужны были. Там 4 скина, да? Главные герои сериала. Так, ну чё? Давай посмотрим, чё тут ещё у нас. А ещё много денег, много золота, экспинга. Короче... кибербак, рулеточка, да? Все как обычно. Нам с тобой это все надо, да? Ну, в общем, все просто. 149 рублей, 20 левелов сразу за тебя пройдут, да? И доп. Задания будут. То есть, мы с тобой прекрасно, легко и непринужденно пройдем этот зимний Battle Pass. Как и надо делать в новогодние каникулы. Я в восторге, не знаю, как ты. Это огонь. А еще... Нам добавляют скинчик Crazy Frog. Франклин, это из GTA-шки, мужчина шикарный. И много-много всякой фигни еще, да? Так, ну чё, давай посмотрим, да? Спуск с горы. Начать игру. Зимнее мероприятие. Информация. Не останавливайся, не вылази из транспорта. Ехать со скоростью не более 40 км в час. Я все понял. Дави на газ и будь первым. Ха-ха-ха-ха! Капец! Погнали! Какая дикость! Ха-ха-ха, блин!
Минус 5. Ты чё, печенье, офигела, что ли? Вон оно чё! Какая... Слушай, это... Да, я ни разу не гонял. Врезался и всё, и приплыли, да? Слушай, ёп, это сложно. Надо было зимнюю резину поставить лягушонку. А на чём мы едем? Ты скажешь, мы ни на чём не едем? Не, мы едем. Ты чё, не помнишь? У нас невидимый байк был. Ёлки-палки. Чё это болтается? Блиночки. Ну как бы да, мужчина, броню надо вот сюда одевать. Как это жестко, а? Жестко? Очень жестко вообще. Фу, блин. Да, это будет непросто, но весело. Блин, уже хочу. Я уже вижу, как конкуренция среди дальнобойщиков растет. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот короткий обзорчик предстоящего обновления. Ждем, оно должно выйти уже вот-вот. Будет просто дофига всего. Новогодние подарки еще будем собирать. Много скинов, аксессуаров я еще не показал. Также будет слет номеров, аукцион мобильных номеров и номеров на тачке, да? Какие-то дополнительные инкассаторы. В общем, все это будет в будущих роликах. Ждем обнову. Понравился ролик? Конечно же, оцени лайком. Ты еще не со мной? Тогда подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. Ну и не забывай про Телеграм. У нас там чат 24/7. С наступающим тебя. Пока-пока.